Этот стол с компьютером стоит более 1 миллиона рублей. На него очень долго копить, откладывая деньги со своих школьных обедов. Пойдемте, я вам покажу что-то более доступное, но не менее интересное. Знакомьтесь, Generic Comfort Gamer 2. Отличный стол для учебы и игры в компьютер. Стол весит 50 килограмм, на полу стоит как вкопанный, а если почувствовали люфт, смело крутите регулировочный болт для компенсации неровностей вашего пола. Стол, как и многие, изготовлен из ДСП. Столешница прочная, выдерживает до 180 килограмм. Не зря она толщиной 25 миллиметров и красиво и надежно. По умолчанию цвет стола черный, но у меня модель поинтереснее. Столешница и передняя часть синие. Но еще есть коричневый, желтый, оранжевый, красный, черный и зеленый. Качественно. За полгода износа не обнаружено. Ширина стола 150 сантиметров, что очень много. Глубина 90 сантиметров. И высота стандартная 75 сантиметров. Будьте уверены, что за этим столом с легкостью поместятся все ваши школьные принадлежности. Компьютер, два монитора и, конечно, мышь с клавиатурой. А с учетом того, что в столешнице сделан удобный выезд в передней части, позволяющий разместиться за столом с максимальным комфортом, локти не нужно держать на весу, даже во время игры. И, кстати, столешница наклонена на 10 градусов. Итак, стол дорогой, но денег своих стоит. И помните, что при выборе игрового стола я рекомендую брать именно этот стол. На этом все. Учитесь отлично, играйте отлично. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Я очень плавно выбрал. Главный игровой стол. Сеня правду говорил.